Привет, Бабба. Это Форест Гамп. Я помню, о чем ты говорил. Когда я был в Китае, я играл там в пинг-понг только ракеткой Flexo Life. Это неправда. Но мама сказала, маленькая ложь не принесет вреда. Я тут все подсчитал. У меня осталось 24 562 доллара после того, как я подстригся, приобрел новый костюм, сводил маму в хороший ресторан, купил три доктора Пеппера. Я куплю на эти деньги. Скажи мне, ты что, дурак? Дурак дураку рознь, сэр. Будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть. Только пять. Еще парочку и будет салат. Но ты дашь лодке имя? Без имени плохая примета. Свиты из песен и слов. Всем моим бедам назло. Я думал о Дженни все время. Вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит. Им и сытней, и проще. Лейтенант Дэн! Лейтенант Дэн, что вы тут делаете? Решил опробовать свои ноги. Но у вас нет ног, лейтенант Дэн? Да, я знаю. Ты написал мне письмо. Ну-ну, капитан Форест Гамп, я хотел это увидеть. Я говорил, что если... ты станешь капитаном, то я пойду к тебе матросом. Я приехал, я человек слова. Отлично. Только не рассчитывай, что я буду говорить тебе, сэр. Нет, сэр. Моя лодка. Я чувствую, что к востоку мы найдем креветок. Там мы найдем наших креветок, парень. Они нас там ждут. Нет креветок, лейтенант Дэн. Значит, я ошибся. Может, надо им помолиться? По воскресеньям я ходил в церковь. Лишь в дом проникнет полночь. Мир новых красок полный. Я, быть может, нет креветок. Мы где же твой бог? Как только лейтенант Дэн это сказал, бог дал о себе знать. Это шторм! Давай, сукин сын! Покажи, что ты можешь! Я здесь! Попробуй достань! Ты не потопишь эту лодку! Вчера на нас обрушился ураган Карма, разрушая все на своем пути. На нашем побережье, как и во многих других городах, практически полный крах потерпела индустрия добычи креветок. Нам удалось выяснить, что фактически только одна лодка пережила этот шторм. Луиза, Форест! Ловить креветок стало легко.
потому что люди не хотели отказываться от салатов и креветок. Других поставщиков не было, только компания «Баба Гамп». У нас стало несколько лодок, 12 дженни, большой склад и даже кепки с надписью «Баба Гамп». Креветки «Баба Гамп» — это наше название. Погоди, сынок. Ты хочешь сказать, что владеешь корпорацией креветки «Баба Гамп»? Да, сэр. Мы богаче Дэви Крокета. Много видел шутников, но такого... Мы общаемся с миллионером.